Творческое пространство «Арт-галерея Форд» отмечает свое 5-летие и открывает персональную выставку питерских художников Анны Щеголевой и Дениса Саунина «Нереальность». На открытии побывала наша съемочная группа. Культурная достопримечательность города «Арт-галерея Форд» вот уже 5 лет является пространством для художников и людей, которые ценят живопись и искусство. Когда открывали галерею, мы вообще ни о чем не думали, мы просто делали. И, кстати, знакомые галеристы тогда, еще уже опытные, нам говорили, будет 5-летка, будет проверка, либо вы сдуетесь, либо вы расцветете. Ну вот сейчас уже можем сказать, уже нескромно, что, конечно, мы за 5 лет только окрепли. Всегда все меняется у нас, проходят новые выставки, сегодня у нас открытие питерских художников. В нашей галерее как раз-таки можно сравнивать, можно получать информацию о разных направлениях и приобретать то, что подходит именно тебе. У нас творческая группа, и мы постоянно делаем выставки, у нас по всей стране, это у нас уже совместная, даже трудно посчитать какая. Мы художники-философы, у нас каждую картину не просто посмотреть, а о чем-то подумать, то есть у нас есть подтекст, и у каждого зрителя, наверное, это какая-то своя будет тема. Это выставка о жизни. Вот если взять эту работу, это эскиз картины, которая называется «Хэппи». Вот что такое «Хэппи» для женщины? Это когда уже страсти откипели, когда уже вот он лежит рядом, мой любимый, дорогой, и смотрит телевизор, и никуда не денется. А я при нем могу лежать в огурчиках, и у нас все хорошо, и спокойно, и дети выросли.